Она открывает множество путей и привлекает сотни людей. Ее величество – улыбка. Еще древние греки, египтяне и китайцы думали над тем, как сохранить здоровую и красивую улыбку до самой старости, заменяя больные и некрасивые зубы зубами животных. А американские индейцы в качестве протеза использовали камни. Сейчас наука шагнула далеко вперед, и для красоты нашей улыбки применяются только передовые материалы. Подробности у нашего корреспондента. Каждый орган в человеческом организме выполняет свои неповторимые функции, создавая единую систему. Если мы теряем всего один зуб, эта целостная система нарушается. Но в передовой стоматологии эту проблему уже решили. В Орле первой компанией, внедрившей метод дентальной имплантации, стала компания «Стоматолог 32», отметившая свой 20-летний юбилей. И здесь снова собрались ведущие стоматологи Центральной России для обучения на высшем уровне. Сегодня мы встречаем руководителей концерна «Мегастом», их опыт бесценен для нас, и он позволит улучшить качество жизни наших пациентов. Практические занятия вкупе с теорией от ведущих стоматологов страны. На таких уроках точно не соскучишься. Федор Лосев, главный стоматолог президента страны, делится своим рецептом успешной имплантации. Нам очень приятно, что доктора именно города Орла достигает таких успехов. И сегодня с удовольствием делились с ними опытами работы так называемой эстетической линии, когда уже работа основная делается не просто на имплантатах, а на имплантатах с условиями хорошей эстетики. Чтобы делать настоящую эстетику, нужны высококачественные материалы и самое современное оборудование. Компания «Стоматолог 32» на базе клиники компьютерных технологий 3D уже больше года использует в процессе имплантации компьютерный томограф, который показывает, в какую именно точку нужно поставить имплантат. То, что я вчера увидел в новой клинике 3D, меня просто ошеломило. Да? У нас в Москве там таких клиник раз-два я обчелся. Мы приехали сюда для того, чтобы внедрить в работу клиники новую имплантологическую систему Симадос, одна из мировых лидеров имплантологических систем. Все они уже специалисты высокого класса, но осваивать все новые формы работы не устают во благо вечно молодой и красивой улыбки пациентов. Любая учеба, она и важна тем, что это можно внедрить, тем более касается дела у нас врачей практиков. Ну, ради этого и ездили. Анастасия Тимончева, Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».